Он ни низок, ни высок, но теремком это здание назвать трудно. Здесь ни печки, ни трубы, зато есть камера видеонаблюдения. Полицейские хвастаются новыми опорными мини-пунктами. Теперь, говорят патрульные, чтобы узнать всю подноготную о задержанном, совсем не обязательно вести его в отдел полиции. Не надо запрашивать дежурную часть. Я могу сам посмотреть, находится ли человек в розыске, телефон в розыске, автотранспорт. То есть любой вопрос, в принципе, мне база подскажет. Вблизи будут постоянно дежурить как минимум двое патрульных. На опорном пункте установлена кнопка экстренного вызова. В течение нескольких секунд ответит дежурный, при необходимости вышлет на место ближайший наряд. Опорные мини-пункты в Самаре пока установлены только на площади Славы и на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Самое главное, что они не закрыты от наших граждан. Что это не будка, как мы говорим, раньше установленная здесь в городе, да, так сказать, сваренная из куска металла. И там ни сотрудника не видно, ни сотруднику наших граждан не видно. Сегодня все здесь видно и сотруднику, и вам видно, что делается в этом помещении. Такие пункты вам обязательно нужны. Чем их больше будет, тем спокойнее жизнь. До конца года в Самаре планируют установить еще 8 опорных пунктов полиции. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.